Про меня. Это батюшка привез. Вчера, говорит, было у него так, он за день набрал 90 литров. Это рекорд вообще. Нынче сильно идет березовка. Березовка. А потому что... Вот привез он сколько. Клены-то уже давно бегут. В то воскресенье бежали, капали. Сок уже. Да? Правда, да. Вас угощали? Нет, с деревьев. Я смотрю лужу под деревьями. Клены-то все в то воскресенье капали. А этот хлеб можно брать, да? Не знаю. Да, арта. Сейчас я дам бумажку. Да, это на двоих. Да, на двоих. Я снимаю просто видео. Они будмейки. Стаканчик вы налили. Бабушка, я сейчас не знаю, какая-то бабушка здесь. Говорит, у меня сильно почки болели. Ну, я ей налили там. Она говорит, на второй день у меня пошла что-то брякнуло в бедро. То у нее камушек вышел. Это березов-то. Ну, мы как-то с Виталием Устиновым приехали, мы за день выпили по 10 литров, представь себе. А батюшка, сколько в этой бутылке? А может Тамару еще угостить? Вот, знаешь, полную, мы выпили за день с Виталием. Стакан. Ну, пусть берет. Стакан возьми, я дам там. Она не понимает, что это березовка-то, объяснить надо. Что это она не понимает? Она понимает. Так, мне сейчас бумажки, подарки. Сок. Вот они пьют, видишь как? Все, давай скажите, щелкнемся с умом. Вот она как приходит, у кого что болит. Берут крестик, вот здесь вот, смотри. Вот, это у нас лечебница здесь. И вот какой крест. Это священнический крест. Вот подарки. Вот я прихожу, поцеловал, теперь как глазу к одному прижал, к другому. К ушам, к сердцу. Все, лечение закончилось. Таня, не надо никуда идти. А я тихо никуда не хочу. Еще раз будет, нет, Наталье послать надо. Надо послать. Ну, заявись и пошлешь. Так это кто стоит? Ну, Наталья рот закрывает, ты вино дал выпить, она закрылась. Но главное, подписи хорошие. И главное, лично его под подпись. Ты видал насчет? Да, да, да. Французский я не ел 6 дней. Все, Наталья одна, Наталья вторая, Наталья. Вот это я не понял как. Это вот на кладбище, там видно железную дорогу. Это вот мирское кладбище. А как там могли гуси оказаться, овечки? Не гуси, овечки. Да он их, по-моему, здесь приставил. То я думаю, прилетели, может быть. Да где кладбище? Это какое кладбище? Ну, а где? Ну, объясни тогда, где это? Это какая изгородь, смотри. Изгородь какая? Там же могилки видно, могилки. На могилках, вон железная дорога идет, дальше идет. Вот это мирское кладбище, вот это старообрядческое. Это все понятно. Но главное, гуси-то откуда, овечки стоят далеко. Мы с тобой на велосипеде. По-моему, это он сфабриковал. Глухоневой Андрей, Андрей, вот, Андрей. Как называется? Артес. Артес. Левтина. Она по пальцу подняла, на нее шинерку накинули. Артас, Артас. Какой Артас? Принесли взять. Ну, освященный. А где вы? Тут? Где? Здесь, вон, здесь. 360 рублей, что ли? Я знаю. Боярный Морозов есть. Ну, а как его можно взять? Да мы посмотрим, у нас свете. Попросите, дано будет вам. Вот она будет, это пока. Поистине у нас вес. Березов подрал. Угощайся, пока не раскинут. Это какой? С разъезда, вообще. Сейчас он большой парень. А вон мы с маслом и том, на голубятни. Бабки, Райки-то, дайте арку. Иди он. Сейчас я тебе завернусь. Кормишь только чистым хлебом. А принесли журналы? Не принесли, больше нету. Заново заказ, и на 5 что ли, рублей дороже. 340. Это что, кого кормит? А это приехала, похоже, матушка была, это, в Бурдина, отца Александра. Да это не она. Не она? Нет, это молодая совсем. Ну какая-то, не знаю, это молодая, нет. Вот, Витя стоит, уши зажал, и ты его.
Так я же заказала, мне не досталось. Нету, да, да придет. Можно заказали везде? Заново. Вот. Это самое древнее. Ага. Это сколько он нам дал на фотовыставке своей? Несколько штук дал и все. А заказ? Да, несколько, несколько всего. Да. Угу. Матушка скопнила две копны, идет в будет. Уработалась. А в облаках-то как? Пространство неба и земли смешивается с волнующим, как будто ты начал путь, мысль которого почти не постелил. Это все копировал в книге, для слова Божьего нету. Это дарит тебе бесплатно. А ты говоришь, да, подумал, подарил. Это за сами отдать. Время уже. Как бы я говорю, Саша, не ты, у нас бы не было. Он говорит, если бы у вас не было, у меня бы еще не это. Хотел бы я фотографировал. Такая красота. Все как надо. Да. Батюшка, как поставили принимать? Как? Голодный желудок. Так же, как просто. Так просто. Это обыкновенный освященный пасхальный хлеб. Каждый вечер. Ничего не надо. То на нее когда говорят, это вот место причастия. И вечером можно. Можно. Ну, пока освященный хлеб. Пошли, что ли, все. Батюшка, 20 литров привезли. Можете пойти сразу заранее, да, не ошибетесь. А другая 20 литров уже разобрали. Не забудем, не оставим, когда волнуетесь. Сейчас я пойду. Ну, вот батюшка вчера что-то собрал, 90 литров в один день. Вот вообще я такого не слыхал. Что-то открылось. Так он как там, эти банки ставит по 5 литров-то, и в большую рядом наполняет, а потом на машине едет и большие собирает. Дожди, дождями, снег. А тебя гулянты называют, добавляют, чтобы она не кисла. Там всякие добавки, а тут чистая, прямо с-под березы. Понятно, ну кто-то убрал, кто-то уберется. Он дома брал у своих берез, а сейчас поехал ну, да. Куда, где барабаш. Ты забрала свою банку? Ну да. Забрала. Так, березы, ага. Выпейте, пожалуйста. Ну, очень холодная. Да, да, вот, бери стакан. Сейчас, сейчас. Кружка, сейчас. Мне вот это давай. Нравится. Ну что сделаем? Вот такие были шалаши. Да. Как четко, ясно. Ага. Вообще да, черно-белые, а? Они держатся долго. Вот это черно-белые, тогда не было святых. Да. Да. Все равно они дольше это держатся. Он у нас фотографировал в 89 году еще. 28 лет у нас фотографируют. Нам говорят, придворный фотограф потеряют. Доказывает всем, такой, как больше не делает. Лучше условия, потому что потерять, и не могут заниматься двумя делами.